Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу продолжить эту потрясающую историю с New Beauty Box. Для тех, кто не видел мой первый ролик о том, как мне все на свете перепутали, в котором я рассказываю о промахах в доставке этой компании, об ужасных ошибках, смотрите, пожалуйста, я оставлю вам вот здесь ссылочку наверху. Те, кто смотрели, знают, что я писала письмо с жалобой о том, что мне не прислали подарки, прилагавшиеся к коробочке New Beauty Box Anti-Age Luxury. Ответ на это письмо я не получала довольно долго, после чего я перезвонила в службу поддержки, наверное, уже в 15-й раз, и спросила, а что же происходит, почему же никто мне не отвечает, на что мне ответили, что таких писем очень много, к сожалению, сбоев было довольно много, и поэтому писем много, и мне не могут сразу же ответить на мое письмо, потому что не хватает операторов, ну или менеджеров, что-то там такое. Очень интересно, одна и та же девушка отвечает на все звонки, сколько бы раз я туда не позвонила. Для меня это удивительно, я сама консультировала колл-центры и знаю, каким образом это должно быть все устроено. Тогда я решила сказать, что мне нужен ответ поскорее, потому что я хочу рассказать о том, как разрешилась эта конфликтная ситуация, своим зрителям. Оператор, как-то так немножко взволновавшись, сказала: «Хорошо, мы обязательно передадим вне очереди ваше письмо менеджерам, и они вам ответят». Я не знаю, ответили ли бы мне, если бы у меня не было своего канала и не было бы зрителей, которым я рассказываю обо всех проблемах этого сервиса. В итоге, буквально за 10 минут мне пришел вот этот ответ. И в этом письме менеджер службы поддержки убеждает меня, что коробочка, изображенная на первом фото, поставляется в правильной упаковке, то есть они не ошиблись, вот так все и должно быть разбросано. Либо они не поняли мой вопрос, либо сделали вид, что не поняли. Средство представлено в полном объеме, а небольшого размера, и под них рассчитана только такая упаковка. Напоминаю о том, что в моей посылке было сразу две коробочки красоты, одна из них была полностью разбросана по всей коробке, и вот как вы видите, теперь они утверждают, что это уже нормально. К моей жалобе были приложены фото со всеми продуктами, пришедшими в этой коробке. Они пишут о том, что да, действительно отсутствует набор подарочный. И они приносят свои извинения за эту ситуацию. И к новому заказу они добавят этот набор, а также добавит один полноразмерный продукт в качестве извинения. Бьюти-коробочка лежала вот в такой упаковке. Ну, наверное, вы знаете, для New Beauty Box это стандартная упаковка. Продукты, которые должны были идти в подарок по коду New Year, в итоге валялись, опять же, в огромной упаковке. Каким образом можно было швырнуть, опять же, подарочные средства, никак их не упаковав даже в пакет, для меня загадка. Спасибо, что хотя бы прислали. Если вы помните, в письме обещали прислать не только этот подарочный набор, но также один полноразмерный продукт в качестве извинения за ошибку. Среди присланного было 4 полноразмерных продукта. Я так и не понимаю в итоге, какой же из них является подарком, а какие являются стандартным наполнением. Кто получал уже такую же коробочку Anti-Age Luxury, кому не забыли положить подарочное средство, напишите мне, пожалуйста, что из этого подарок, а что из этого извинения. Итак, первое полноразмерное средство – это лак от Lumene. Ни разу не использовала. Вот в таком цвете. Он в номере 63, как вы видите. Гель-эффект. Пока еще, как вы понимаете, я ничем не пользовалась. Кто пользовался, напишите, сколько он держится. Вообще не знаю, что от него ожидать. Он немножко такой шиммерный. Дуохромный. В принципе, цвет неплохой. Следующее также полноразмерное средство. Я не знаю, бывают ли дезодоранты какими-то пробниками. Это Камей. Ну, не самый, как вы понимаете, дорогой дезодорант. Спасибо, хотя бы ответили на мое письмо. Уже спасибо, что-то пришло. Такой довольно приятный цветочный аромат. Написано на нем 48 часов «Мадемуазель». Будем пользоваться, не знаю, будет ли он держаться 48 часов. По поводу кремовых дезодорантов у меня всегда есть такое сомнение. Следующий подарок – это спрей-объем для волос Dove. Oxygen серия. Я люблю такие спреи. Некоторые средства с похожим действием я показывала вам в своем влоге. Производитель уверяет нас, что это легкость кислорода, создана специально для ухода за тонкими безжизненными волосами. Пачок снимается, далее уже, наверное, я так думаю, выходит уже готовая пена.
Следующая маска, я такую же пробовала, мы ее закончили с дочкой, с удовольствием пользовались, кстати, нам она очень понравилась. Это Глискур, мгновенная маска с комплексом кератинов. Я не могу сказать, что она как-то прям уж очень сильно лечит волосы, но волосы потом очень-очень послушные, мягкие такие, струящиеся, их легко укладывать, особенно для тех, у кого длинные волосы, у моей дочки очень длинные волосы. Мы использовали с огромным удовольствием, будем использовать и дальше, спасибо большое. Италии идут, насколько я понимаю, 3, ну будем так говорить, 4. Один пробник в двойном экземпляре. Странный для меня абсолютно непонятный продукт. Что это такое? Это мыло. Знаете, похоже на спички. Спик. Вот так оно называется. Оно имеет такой оранжевый цвет. Вы знаете, аромат у него, ну прям такого старого дедушкиного одеколона, вот, может быть, или средства после бритья. Абсолютно мужской аромат, не знаю, по какой причине именно это мыло кладут в коробочки красоты, ну, не знаю, наверное, просто некуда девать эти уже пробники. Единственное, что я могу предположить, я могу в какую-то поездку это мыло дать мужу. Два пробника от Joy Skin, один из них просто увлажняющий интенсивно, и другой ночной увлажняющий крем для чувствительной, жирной и проблемной кожи. Хорошо то, что они для такой кожи. Уже я попробую. Польский производитель, буду пробовать, потом вам расскажу. Ну и уж совсем для меня неожиданный Avon Life. Это аромат. Вот так должен выглядеть флакон в полном размере. Предпочитаю все-таки люксовые ароматы. Что бы я ни пробовала, то Avon именно парфюмы, все на мне как-то держалось очень-очень недолго. Ну, для института, может быть, для школы это было неплохо. Аромат этот неплохой. Такой довольно насыщенный, но, видимо, не мой аромат, он слишком для меня сладкий. Итак, это были все подарки, которые в прошлый раз мне, к сожалению, не прислали, но прислали в этот. Теперь давайте приступим к коробочке, с которой они пришли. Это была коробочка, которая стоила в районе 600 рублей, это была спеццена. Коробки очень, кстати, красивые, молодцы, хотя бы коробки хорошие заказывают. Время, когда кругом царит атмосфера волшебства. Я еще не открывала, просто хочу, чтобы это было сюрпризом для нас с вами. Оп! Вы знаете, что я обязательно проверяю указанную здесь стоимость, то есть верная ли она. Особенно это актуально в связи с тем, что неполноразмерные средства находятся в коробочке, а указана цена за полный размер. И поэтому очень трудно посчитать в итоге стоимость коробочки, насколько она выгодная. Поэтому будем с вами заглядывать в интернет и сравнивать цены. Первое, самое большое, что бросается в глаза, это Глискур. Глубокое восстановление, сыворотка, интенсивный уход. В ней отражается камера, простите, если что-то плохо видно. Какие-то новые средства на испытание, так скажем, я с удовольствием сейчас принимаю, именно для волос. В такой упаковке с помпой. Аминопротеиновые сыворотки, несмываемая. Кто пробовал средства уходовые от Глискур, знает, какие ароматы, такие свежие, приятные. Не знаю, честно говоря, в полном ли он размере здесь 100 мл. И судя по тому, что я не вижу этого средства на вот этой карточке, собственно, оно и было, видимо, подарком. Угу, интересно, спасибо. Осталось только то, что действительно есть на карточке. Давайте все будем проверять и смотреть. Первое, что я сразу же вижу, что мне абсолютно не нужно в двойном экземпляре, прозрачный карандаш от фирмы Divage. Карандаш Divage стихи получается. Карандаши такие называются транспарентные. Не путайте, пожалуйста, с транспарантными. Вот так выглядят эти карандаши. Они абсолютно прозрачные. Я не смогу вам даже сделать свотч. Я показывала вам такой карандаш в своих видео об аналогах люкса. Сравнивала его с более дорогим средством. Оно неплохое, но это для тех, кто очень-очень любит, например, яркие помады, которые растекаются. Вам нужно обвести этим карандашком губы. И он чуть-чуть как бы вот этим восковым своим содержимым, он фиксирует вашу губную помаду, она не будет растекаться. Либо, если у вас морщинки вокруг губ, вот такие вот лучики, вы боитесь, что туда будет затекать, попадать помада, то тогда вам обязательно нужно покрывать либо всю поверхность губ вот таким карандашом, прежде чем нанести какой-то яркий, да, цвет на губы, либо просто по контуру обводить. В принципе, вещь полезная, возможно, подарю маме, не знаю, посмотрим, но у меня таких два. Divage, стоимость была указана 149 рублей за этот карандаш. На самом деле, этот карандаш, к моему удивлению, можно, как вы видите, купить за 32 рубля. Еще один продукт, которого я тоже, к сожалению, не нашла вот на этой карточке. Возможно, что-то здесь написано, что-то нет. Не знаю, у вас так же или нет, скажите, пожалуйста. Это зубная паста, насколько я понимаю. Perio называется.
В посылке опять все было перепутано. Я воспринимаю это как наполнение этой коробочки. В общем, безобразие, конечно. Либо это действительно какие-то подарки, которые были вложены в качестве извинения. Либо это все еще продолжение вот того самого подарка новогоднего Anti-Age Luxury. И на сайте фармакосметика такая паста, Перио, зубная паста с бамбуковой солью, бамбусал, стоит, в общем-то, довольно дорого, 196 рублей, это с большой скидкой за 120 грамм. Ну, у нас с вами совсем небольшой пробничек, и в конце обязательно посчитаем стоимость его в итоге. Но пока сама не пробовала, буду пробовать, кстати, формат удобный, чтобы взять с собой. Теперь давайте уже найдем что-нибудь, чтобы было на этой карточке. Вот оно, и это опять не полноразмер, это небольшая сыворотка, одна такая же у меня есть. Я с собой ее беру обычно в фитнес-клуб и умываюсь. Что это такое? Это сыворотка для умывания, для снятия макияжа, Биоре. Эту сыворотку можно купить, как вы видите, за 710 рублей. На карточке у нас была указана цена чуть-чуть завышенная, 800 рублей. Но поскольку у нас с вами всего лишь 20 мл, а полноразмерный объем 230 мл, то стоимость будет в районе 70 рублей за такую вот миниатюрку. Сыворотка эта корейская. Не могу сказать, что она шикарно прям снимает весь макияж. У меня очень часто остается. Дополнительное средство вместо, скажем так, второго этапа умывания, то есть после уже гидрофильного масла, да, она доснимет. Но сама у меня не получалось ей снять макияж полностью, по крайней мере, в фитнес-клубе. Мне пришлось с собой брать дополнительно еще маленькую порцию гидрофильного масла. Увы. Для чувствительной кожи очень хорошо подходит, а глаза не щиплет. В этом смысле действительно может заменить гель для умывания. Ну и, наверное, на всю жизнь меня решили лаками снабдить именно в тот момент, когда я практически не крашусь лаками. Ну ладно, бог с ним, пусть будет. Он отдает в розовый цвет металлик, довольно приятный. Наверху указан номер 14. Впервые вижу этот бренд Bright Water. Лак для ногтей. Зеркало называется, Mirror. Ну, наверное, имелось в виду металлик. На сайте CremBeauty.ru Bright Botta Gel Formula Lack для ногтей номер 14, который положили мне в коробочку, можно приобрести за 192 рубля 70 копеек. У нас же цена на карточке совсем другая. 278 рублей, то есть завышенная цена. Объем тот же. Сколько он держится на ногтях, интересно, это зеркало. Будем пробовать, расскажу вам. Это без аромата паровая маска для глаз. Кто ни разу не пробовал, попробуйте, это интересно. Интересная вещь, особенно здорово ее брать с собой в поездки. И замечательно она работает в самолетах, поездах, когда вы не можете расслабиться и уснуть. Вот так она выглядит на лице. Сзади инструкция, химическая реакция. Выделяется легкий такой пар, который успокаивает немного уставшие глаза и позволяет вам спокойно отойти ко сну. Название этого бренда Mag Rhythm. Стоимость, указанная на карточке, за полный размер, то есть за несколько штук в упаковке, 600 рублей. Давайте посмотрим, сколько же их должно быть в полной упаковке. На всем известном сайте Wildberries паровая маска для глаз без запаха, 5 штук в упаковке, то есть полный объем, можно приобрести за 490 рублей. Цена на эту маску на карточке явно завышенная, числится здесь 600 рублей, в итоге 490 и за одну штучку примерно 100 рублей. И вуаля, снова это самое средство. Основной состав указан на этой карточке, я хотя бы теперь знаю, что в нем содержится. Давайте читать. Уникальная рецептура с оригинальным ароматом, действительно, да, аромат очень оригинальный. Для мягкого очищения кожи с ценными лавандовым маслом и ухаживающим моющим кремом из меда. Не могу сказать, ребята, что это аромат лаванды. Вот честно, не могу. Это прям вот средство после бритья, только для мужчин. Я бы не рискнула, честно говоря, таким помыться. Ну, иначе все подумают, что я обливалась мужским одеколоном. И правильное название этой натуральной косметики – Шпайк. Самая выгодная цена на сайте Will Beauty за 100 грамм этого мыла – 179 рублей. На карточке сильно завышена цена – 350 рублей за 100 грамм. Ну, а у нас с вами всего лишь 13,5 грамм, то есть не более 20 рублей это будет стоить. Еще одно средство, видите, все, это финал. Тоже незаявленная маска, плацентарно-коллагеновая от Нинель. Я знаю, что это очень-очень бюджетное средство. Очень многие заказали эту коробочку по спеццене, она недорогая, поэтому многие хотели ее попробовать. Насколько я помню, вроде бы как, они действительно обещали, ну вот сейчас я так вспоминаю, какие-то дополнительные средства. Возможно, вот это они и есть. На сайте ozon.ru такая маска Нинель для лица, двойной уход с фитогормоном арники и биотином, 25 мл, будет стоить 121 рубль всего.
Ну и таким образом можно сказать, что вот этот набор из 5 предметов совершенно не окупает стоимость коробочки. По моим подсчетам, эта коробочка должна стоить примерно 440 рублей, никак не 590. Если бы, конечно, не подарочные дополнительные продукты. Ну, а со всеми подарочными средствами стоимость этой коробочки возрастает примерно до 800 рублей. То есть она становится уже выгодной. Ну что ж, я надеюсь, это видео будет полезным для тех, кто увлекается приобретением вот таких коробочек. Я стараюсь быть для вас полезной и рассказываю вам честно обо всем, что происходит вот в таких коробочных сервисах. Просто чтобы вы были к этому готовы. Если вы готовы рискнуть, рискуйте. Как вы видите, в принципе, коробки окупаются. В следующем ролике мы с вами разберем Big Box, там все полноразмерные средства. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!